Дискуссия у нас сегодня по всему, что кого беспокоит или интересует по Node.js. А тех, кто присутствует, вы уже, я думаю, знаете, потому что видели доклады от всех. Не буду, думаю, представлять, вы можете посмотреть. Итак, первый вопрос для дискуссии у нас. Переход на 14-ю ноду. Когда вы собираетесь на нее переводить свои проекты и ради чего? Ради каких фич? Вы считаете, нужно проект перевести на 14-ю ноду? Вот, кто хочет начать? Тимур. Я могу. Потому что я первый на нее перешел уже год на 14-й ноде. И как бы, ну, так, потому что она была в бете еще год назад, и можно было ставить просто из мастера. Ну, вот я ее ставил и собирал просто из мастер-ветки Node.js, и пользовал практически, ну, вот эту вот альфу, которая там была, знаешь, типа 0.0 и там альфа какая-то. И, собственно, еще тогда нашлось кучу всяких проблем с worker-тредами. Я в первую очередь из-за worker-тредов использую 14-ю. Она существенно отличается от 12-й. То есть в 12-й они во многом работали по-босяцки, в 14-й стало возможным это нормально использовать. Поэтому я только сейчас на нее и ориентируюсь, ни на что другое. Я возьму на себя наглость поправить Тимура, то, что он вообще-то взял не 14-ю, а сначала 13-ю. У нас до июля месяца была нечетная версия традиционно. Вот, экспериментальная версия, которая не рекомендуется к использованию в продакшн. Ну вот я ее и использовал для разработки, да, для разработки, да, конечно. Да, то есть из моментов, те, которые Тимура еще хотелось бы напомнить, то, что ты собираешь ее вынужден вручную, если смотреть, да, да. Используется большинством разработчиков сейчас в продакшене, это запуск через Docker. Вот, к сожалению, у нас идет постоянное расхождение по времени, когда от нескольких часов до нескольких недель, когда это только начинается использование ветки, вот, когда будет публиковаться Docker Image с актуальной версией ноды. Но сейчас понятно, то, что там 14-я, она будет отставать на 2 дня. Это разные люди выпускают публичную, ну, версию, официальную версию Node.js, и когда у нас делается релиз. Поэтому есть такое отставание. Я у них прочитала прямо вот в релизе, написано, что для enterprise проектов мы не рекомендуем использовать 14-ю ноду до октября, когда ей официально присвоится LTS, как это называется? Места. Вот, и я сегодня даже зашла на Amazon специально посмотреть, ну, если ты на Amazon деплоишь все, то ты, если там не саппортится 14-я нода, то ты как бы и не задеплоишь, допустим, лямбду в 14-ю. Там еще его нет, скорее всего, в октябре добавят, потому что предыдущую нет. Тоже они в октябре добавят. Нет, они не будут это добавлять несколько месяцев. Идет отставание. Аналогично, как с докерами, у нас идет с лямбдами. При этом нужно понимать, что версия ноды, в L, которая там у нас скачивается, которая идет в лямбда, которая идет в электроне. Это все будут разные версии Node.js с немножко различным API. Нужно смотреть просто change-логи, чем идет. Из LTS нужно понимать, что это long-term support, и, естественно, когда вы запускаете проект, вам нужно понимать, как вы можете с одной версии Node.js на другую переходить. К сожалению, очень частая проблема то, что люди не смотрят, не обновляют зависимости, и вышла в новую, вроде новая версия ноды, а должно работать быстрее, движок V8 новый. Из-за этого, в первую очередь, будет быстрее, а не только из одного API. А ты уже не можешь перейти. Того, что версии пакетов не обновлены. А, ну у меня, конечно, с этим проблем нет, потому что я не использую пакетов. Окей. Но там фичи, значит, свежие фичи, это вот это, что через вопросительный знак теперь можно, как это по-русски будет? Это Elvis оператор. Ну, типа optional chaining. Optional chaining. Но это на самом деле абсолютно никому не нужная штука. То есть она, когда у всех появится, тогда будем такое в коде писать. А она никаких преимуществ не дает, в принципе.
Потом там они, значит, ввели вот это вот async hooks. Не, async hooks были до этого, а теперь они говорят, мы вводим async local storage, чтобы вы могли сессию хранить на бэкэнде. Это то же самое, что раньше называлось continuation local storage, а теперь вот они назвали async local storage, это чтобы можно было к асинхронным контекстам цеплять key-value storage какой-то, ну это для того, чтобы можно было к какой-нибудь своей последовательности исполнения асинхронных операций контекст держать. То есть, чтобы не нужно было делать свой объект или свое замыкание, ну вот есть такой key-value storage. Я его тоже в своих проектах не использую, но как бы можно его использовать. Это как бы... Без него тоже нормально жили. Я не понимаю, почему его нельзя было просто оставить NPM-пакетом. Так тоже кто хотел, использовал. То есть никаких плюшек дополнительных не появилось от того, что его добавили прямо в ядро ноды. Окей, да. Андрей вроде хотел что-то сказать. Да, конечно, хочу пробувати. Ну, по поводу переходу на 14 ноду, да, там супер. Ну, для мене особисто якихось killer фіч немає. Єдине, що тільки V8 реально може пришвидшити виконання JavaScript, і на швидшому JavaScript можна реально економити гроші, якщо до тебе там велика нагрузка і багато інстансів запущено. От, а так то на 14 ноду буду починати ну, тільки з нових проєктів, тобто, які будуть зараз розроблятися, а старі поступово переводити, тобто, ну, по мірі того, як не знаю, або там чуть старіші, ну, в цілому в мене проєктів багато, якщо чуть старіші проєкти будуть випадати з LTS-серії, тобто, допустимо, там, не знаю, вже 8, по-моєму, вже вийшло з LTS, да, всі проєкти, які вже зараз на 8, вже треба переводити на 12-14 останнього. Ну, ще із плюсів то, що там є же переписана часть, зв'язана з менеджером пам'яті, тепер можна динамический хип выделять сколько угодно, там просто гигабайтами, и это нормально работает. 4 гигабайта, по-моему, писали, что-то там. Нет, никаких ограничений, это раньше было. То есть, теперь нормально динамический хип, ну, то есть сколько нужно динамически, то есть без ключей командной строчки, ты просто выделяешь, сколько тебе нужно памяти, освобождаешь, сколько нужно памяти. И, в принципе, так как в V8 еще добавилась вот эта вот вещь с с registry деструкторов, да, то есть чтобы, когда weak reference теряется, то перед вызовом garbage collection вызывается какой-то callback, на котором можно что-то сделать. И вот там, собственно, можно unmanaged память освободить, если она связана с каким-то объектом, на которую ты потерял ссылку. Ну, то есть теперь как бы и с памятью все хорошо, с большими объемами, и можно чистить всю эту unmanaged память, как бы. Так, и они там еще у пакетов, у ES6, да, ну как в ES6 пакеты, блин, что у меня сегодня с названиями. Вот, они убрали experimental warning, то есть warning не будет, но они все еще пишут, что мы не гарантируем, что в следующих выпусках Node.js мы не сделаем breaking changes. То есть, ну, вы можете использовать уже, но мы еще breaking changes можем сделать. То есть, как быть вот с новым форматом импортов-экспортов, там, когда это пойдет в проекты в продакшн? Я еще не использую, и я не люблю это. Ага. Пишите на TypeScript, компилируйте через require и не мучайтесь. Угу. Хорошо. Вот наш совет. Но от эксперта. Именно при исполнении лучше require использовать. Ну, то есть как бы уже в том коде, который уже вышел там из ваших компиляторов, у кого там TypeScript, кто еще из чего компилирует, кто из JavaScript компилирует до сих пор. Окей. Так, второй у нас вопрос. Какой проект лучше написать человеку, чтобы подтянуть технологию, чтобы вот свои как бы развить, да, свои скиллы в написании Node.js проектов. К примеру, если ты напишешь простенькое приложение, с чего все начинают, это там request response, отдать какой-то JSON, сохранить что-то в базу. Но этого очень мало, потому что качественное приложение, оно должно быть и scalable, и надежным, не падать там после первого exception, да? То есть для того, чтобы разобраться хорошо с нодой, нужно написать что-то посложнее, чем просто request response и крутое сохранение в базу.
Вот. Я раньше рекомендовала, когда такое спрашивали, то обязательно еще сокеты прикрутить, попробовать чат сделать. А что-то еще, может, вы порекомендуете вот тем, кто начинает? Ну, структуру базы нужно с какую-то схему сделать хотя бы из 10 таблиц, чтобы там не было, знаешь, как типа две таблички, какое-нибудь сильно банановое такое решение. Ну, что-то посложнее. Там, чтобы там были, я не знаю, миграции, чтобы был graceful shutdown, чтобы оно было в контейнерах, чтобы, я не знаю, там, чтобы как бы логеры, конфигураторы и драйвера баз, чтобы они были pluggable, чтобы они не были прошиты, захардкожены, а чтобы можно было их отстегивать и пристегивать какие угодно, чтобы транспорты тоже отстегивались и пристегивались какие угодно, там HTTP, WebSocket, значит, хотите там SSE, хотите там, значит, кто там на UDP работает или еще на чем-нибудь, ну, то есть я бы вообще советовал взять книжку по DDD, по там, чистой архитектуре и сделать именно не с упором на какую-то, как сказать, на какие-то там библиотеки или фичи-ноды, а именно чтобы структура и архитектура кода была, в общем, развитой, чтобы были слои, чтобы, значит, все изолировалось и было заменяемым. Ну, від себе можу сказати, що рідко був на реальних проєктах, особисто в мене буває потреба, не знаю, використовувати той же UDP. Це особливо, щоб можна було щось там, не знаю, викидати один транспорт на інший. Але, ну, безумовно, треба виписати аплікуху так, щоб транспорт був на якомусь окремому рівні, да, і щоб він якось був в одному місці, а там не рішав, щоб на транспортному рівні там не рішалися якісь там бізнес-задачі, бізнес-проблеми. От, насправді, якщо там хочеться написати якусь там класну аплікуху, то не обов'язково там, от, не знаю, використати всі фічі ноди, як ви сказали, але дійсно зробити так, щоб вона була от неубиваема. Тобто достатньо там 2-3 ендпоінти, типу так для галочки, щоб було. Там, наприклад, якийсь там get post і там get list, наприклад, і цього вже достатньо, щоб на базі цього вже писати там серйозну, там надійну аплікуху. От, тобто треба розібратися насправді з дуже багатьма параметрами, з багатьма складовими аплікухи. Да, тобто треба нормально зробити валідацію на вході, перевірку там всіх даних. Треба зробити там логування, там десь по всіх 12 факторах пройтися. Треба зробити так, щоб ваші логи, щоб в ваших конфігах там не зберігалися якісь там секретні значення. Треба обов'язково там тестувати свою аплікуху так, щоб, наприклад, там попробуйте вкинути в любе місце вашого коду uncaught exception, подивитися там, як аплікуха себе поведе, там захиститися від, наприклад, від запитів, які не завершуються, да, там нормально зробити, ну, там, обрив там канала, якщо якийсь кусок кода там не встигне там за 30 секунд обробити дані. Да, обов'язково це попробувати там за, ну, це все в докері підняти. Там окремо настроїти собі якийсь там Docker Compose для розробки, да, щоб все адекватно, класно, швидко, ну, щоб, наприклад, замапити волюми таким чином, да, щоб ви міняєте свій локальний код, а у вас аплікуха в ноді сама перегружається. Покриття тестами зробити класно, щоб можна було, наприклад, в любий тест запустити, там в будь-якому місці, тільки якийсь один точечний, наприклад, ID, і ви будете ваші тести таким чином, щоб там кореневий before там цього кейса там запускав аплікуху або там, ну, або переконався, що аплікуха вже запущена, і так далі. Тобто, щоб забезпечити от роботу всіх оцих от зручних і необхідних штук для от серйозної розробки, це от якраз у вас вже піде типу 90-95% часу. А типу чисто, щоб було щось написано, типу як по ноді, то там три стандартних endpoint, get list, post. Достатньо. Ну, єдине, що з фішок, типу, щоб я використовував, я би попробував би стріми, там, застрімити, ну, наприклад, get-ліста з бази даних прямо в респонс і попробувати якось на ходу його обробляти, з цим бавитися. І, ну, це, наприклад, для мене там особливо важлива штука, бо вона там сильно економить і пам'ять і дозволяє вам просто там безкінечні списки там з бази прямо в респонс віддавати, не партись за... там за пам'ять, яку ноду хаваю. Так, Никита, что-то хочешь сказать, Тимур? Да. Никита, давай сначала. Я уже говорил.
Я считаю, что на самом деле из вот всех озвученных вещей ключевой момент – это понять, как одно и то же бизнес-требование можно написать по-разному. И элементарно тот же самый to-do-лист, который там, что для фронтенщика, что для бэкенщика является примером того, как там, ты берешь, проектируешь вещи, я бы рекомендовал бы просто попробовать это с помощью Node.js написать. На чистом Node.js, с помощью какого-то фреймворка. Вот, то, что будет абсолютно разное время написания, когда ты не использовал ни одной библиотеки, когда ты взял готовый фреймворк. Вот. А попробовал бы это завернуть в лямбды, или чтобы это был докер-контейнер. Во всех этих случаях, как раз, когда ты одну и ту же задачу пробуешь посмотреть по-разному, у тебя появляется понимание. Те вещи, о которых, получается, говорил Андрей, насчет того, что там логирование прикрутить, вот эти вот, получается, вещи, они больше не об создании приложения. Они больше о создании инструментов, чтобы ты мог поддерживать это приложение. Вот, да, это тоже важно, но если мы говорим сейчас о том, чтобы научиться там создавать, потому что тип людей, которые быстро штампуют, но это сложно поддерживаемо, стартаперов так называемых, вот, и тех людей, которые там архитекторы, которые построил надежно, это разные вещи. Сейчас же, если мы ориентируемся в ответе на этот вопрос на наших медлов, тогда в этом случае нужно было бы вот почувствовать эту разницу между приложением, написанным через лямбды, и приложением, написанное в докер. У меня все. Я могу добавить. Да, к тому, что Никита говорил, что действительно вот по-разному написать, можно еще добавить, что по-разному в разных парадигмах написать. Да. Да, то есть там ООП, мультипарадигменное, кто-то там, значит, событийное, кто-то, значит, функциональным стилем. Кто-то смешанным, это, ну, именно это для обучения хорошо, ну, как бы, такие эксперименты в работе не очень, а вот пока вы учитесь, попробовать по-разному написать хорошо. И к тому, что Андрей говорил по поводу стримов, да, что вот нужно попробовать стримы, я еще хочу добавить, что нужно обязательно в таком пробном приложении хорошо отработать обработку ошибок. Потому что, вот, допустим, с теми же самыми стримами, если вы там читаете, делаете readable stream из какого-то файла, и потом его пайпите в сокет, или же, допустим, как-то из этого стрима там итерируетесь тем самым асинхронным итератором по стриму, и как-то его там преобразовываете и отправляете там, значит, все это в response, то очень часто теряются обработка ошибок. Стрим же это, у него есть on error, и вот этот on error при считывании стрима я очень часто вижу, что люди просто не обработали, а потом, значит, он uncode exception вываливается. И точно так же по принимающему стриму, если мы вот считываем какой-нибудь файл, пересылаем. Кстати, да, вот, ну, не только там REST и какой-нибудь типа веб-сокеты нужно сделать. И не только там какой-нибудь CRUD реализовать там в базу, а еще попробовать файл передать по сети, потому что это как бы действительно вот со стримами и с обработкой ошибок, и как правильно эти чанки склеить. То есть, ну, то есть люди как, значит, взяли из там Stack Overflow, скопали там типа пустая строка в начале, потом туда доклеиваем эти чанки по ходу, потом получается, что это к строке приклеивается буфер с неявным преобразованием типов. Вместо этого можно сделать array буферов, потом сделать буфер concat и там один раз явно преобразовать к строке. Ну, а тем более сейчас это уже можно вообще стримы итерировать через этот самый for await. То есть стримы же это async iterable, они итерируются через for await. О, вдруг не нужно on date делать, да? Ну, то есть там куча всяких таких вот вещей именно по стримам и по обработке ошибок, которые очень часто вообще, ну, забываются и, ну, так, ну, вроде бы все. Еще, может быть, Илья, ты отключался, я могу... Я все слышал. А, ты слышал, да? Давай, да. Может, добавить.
Да, честно говоря, тут уже перечислили все возможные варианты и невозможные. Мне тут кажется, что ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, сколько времени ты готов на это потратить. Потому что реализация вот одной и той же бизнес-задачи разными подходами – это столько времени, и по моему опыту преподавания огромному количеству людей просто психологически тяжело и неинтересно это сделать. Поэтому, возможно, если вы знаете, что вы человек, как я, к примеру, легко увлекающийся и быстро теряющий фокус, я бы чуть-чуть упростил бы эту формулировку. Попробуйте решить задачу, которую вы уже решали, с помощью инструментов, которые вы до этого не использовали. И это как бы вот как по закону Парето 80 на 20, он будет уже 80% пользы. В остальном плане все остальные, я думаю, действительно, ну, покрыли все, мне просто нечего добавить. Ой, еще штука, которую я забыл сказать, было бы хорошо, ну, дело в том, что человека очень, особенно начинающего, очень легко увлечь нагрузочным тестированием и проверкой, как же это быстро все работает, хотя на самом деле как раз это не особо важно вообще, поэтому, ну, так как это заинтересовывает, то можно увлечь человека написанием альтернативных решений одной и той же задачи и потом их там каким-нибудь аутокэноном нагрузить, и тогда он сам для себя будет сам с собой сражаться в плане типа вот как сделать быстрее, таким способом или таким способом. О, это здравая идея. Я расскажу, у меня на курсе по ноде одно из забавных заданий, собственно, про стримы, когда в условиях ограниченной памяти нужно перевернуть БМПшку. Ну, то есть, это можно сделать только стримом, потому что памяти не хватит вычитать ее всю. И вот как раз люди сражаются против, ну, собственно, со своим же потреблением памяти. То есть, да, это клевая идея, и это хорошо работает. Ну, я вот это на студентах часто использую. У меня студенты одни с другими сражаются, сам с собой сражаются тоже. Ну, это хорошая штука. Раз мы затронули тему курсов, расскажите, пожалуйста, Илья, у тебя курсы сейчас идут где-то или сейчас, ну, то есть когда туда происходит набор, как людям туда попасть? То же самое вопрос к Тимуру. Как попасть на курсы? Человек должен прийти в институт, то есть где на них записываются люди? Может быть, кто-то не знает, поэтому... Мои курсы, они на коммерческой основе. Сейчас у меня был такой перерыв, когда я занимался только B2B-курсами. Обычно у меня как это? B2B-курсы, они более маленькие, на них проще обкатывать какие-то идеи. Но вот курс по ноде я планирую запускать в октябре, а курс по базовому JavaScript где-нибудь вот в начале октября. И я вот, как это, один из главных вопросов, о которых я думал, вот есть Тимур, у которого 186 видео по ноде. Что я могу привнести своего, потому что Тимур рассказал реально все. Вот. Я могу тебе прислать список, чего я не рассказал. У меня еще где-то 200 запланировано. Илья, ты можешь разработаться короче. Вот да. Я как раз именно тут и нашел ответ на это, что моя задача, грубо говоря, сделать грамотный баланс между коммерческой направленностью, академической направленностью. У Тимура это просто, типа, если у вас есть миллиард свободного времени, вы этим горите, надо идти к Тимуру. Если вам нужно поднять скиллы и освоить что-то, возможно, ко мне. Я же как это, я считаю, что это все еще голубой океан, у нас тут места всем хватит. Конечно. И я сразу тебе скажу, что у меня вообще не подняты никакие темы фреймворков, у меня просто все на чистой ноде пишется. То есть получается, что для коммерческой разработки человеку этого существенно не хватает. Поэтому да, он может, конечно, после этих курсов стать контрибьютором ноды или системным программистом или разработчиком фреймворка, но не разработчиком продукта. Я тут немножко отберу хлеб у Лены, сразу вброшу параллельную тему про сертификацию. Я просто, я тут, я не знаю, наверное, хочется верить, что единственный из вас всех сертифицированный JSNAD, JavaScript Node Application Developer. Кто помнит? Да, Никита, вот это правильная эмоция. Кто помнит? Это по поводу твоего комментария, что ты единственный. А, нет, ты тоже? Я бета-тестер. Ну, прекрасно. И давай тогда, да, ты давай расскажешь как бета-тестер. Расскажи свои впечатления об этом экзамене.
Хорошо, я расскажу. Во-первых, мы сейчас говорим о сертификации от Linux Foundation, да, которая... Давай так, не совсем так, от OpenJS, которая находится под крылом Linux Foundation. Окей, да. Тот момент, когда Node.js Organization существовала, до того, как ее, получается, объединили с JavaScript Foundation и Node.js Foundation и превратилась в OpenJS, я был составителем, потому что тогда они сделали это открытую программу, но Node.js Foundation как-то очень сильно буксовала по многим вопросам, в том числе и по поводу запуска сертификации. В прошлом году, примерно в это же время, был как раз бета-тест. Вот, я просто следил за этим моментом, поэтому подписан был на все эти, получается, вещи. И они на бета-тест выкатили обе сертификации. Есть application developer и service, да. И service developer. Разница между этими двумя сертификациями в том, что application developer это на знание API Node.js. При этом у тебя получается во всех сертификациях, которые входят в вот эту большую надорганизацию Linux Foundation, это не проверка твоих теоретических знаний. Это проверка того, что ты можешь с применением этих технологий решать типовые задачи. Насколько это типовые задачи, насколько они соответствуют там, представлению каждого из нас в отрасли, это отдельный момент для обсуждения. А можно открыть описание экзамена, увидеть, почем идет, получается, у них разбаловка в процентном соотношении. И, условно говоря, тот же самый service developer. 30% это security, 70% это написание просто REST endpoint. Service developer, по сути, должен делать любой full stack уровня middle или джун по Node.js, потому что по REST написать, условно говоря, 5 задачек, когда у тебя 2 часа времени. Вот. Единственное, какие могут быть у людей сложности, это если ты просто не привык работать там через терминал, через Ubuntu. Вот. Зачем эта сертификация может быть? Потому что прежде чем говорить о том, что-то плохое или хорошее, ну, я, например, не люблю рыбий жир, он мне невкусный. Вот, я могу на него долго ругаться. Но если я понимаю, что цель рыбьего жира дать мне омега-3, чтобы я лучше там чувствовал, у меня колени меньше хрустели. Ну, рыбий жир это офигенно. Вот. Для чего нужна любая, в принципе, сертификация на текущий момент? Это для получения каких-то преимуществ. Или для бизнеса, или для тебя как разработчика, чтобы ты был более конкурентный на рынке. Хотим мы того или нет, но по Node.js, учитывая то, что open source, мы не можем получить преимущество для бизнеса, потому что нету каких-то плюшек от вендора, который партнерится с Node.js организацией. Если бы это была сертификация там от AWS или от Google Cloud, они тогда, соответственно, бизнесу дают плюшки за то, что у них там достаточное количество сертифицированных инженеров. Вот, тогда ты мог бы претендовать на лучшую вакансию. По Node.js на текущий момент это немногие люди вообще знают о том, что есть такая сертификация. Вот. И в описании вакансии на текущий момент такой вещи нету, как рекомендовано, чтобы это было. Вот. Я за то время, то, что я собеседую людей, видел, получается, там, в долине стартапа, я видел только одного чувака из Индии, у которого были оба этих сертификата. Вот. Что это дает? Это дает возможность на самом деле конкурировать на международном рынке, на котором я, например, вынужден конкурировать из-за того, что я хочу работать, живя в Украине, с долиной напрямую, с Кремниевой долиной. Вот. И поэтому это одна из возможностей выделиться на фоне других кандидатов для того, чтобы лучше пройти скрининг. Вот моя точка зрения. Ну, собственно, Никита раскрыл мысль C-level. Я как рядовой сеньор фронтенд, причем инженер, расскажу это со своей точки зрения. В моей картине мира сертификация — это в том числе инструмент верификации своих знаний. Грубо говоря, некая абстрактная точка отсчета, которая позволяет понять, претендуешь ли ты на что-то глобально в мире. Это немножечко идеализированная точка зрения, но в моей картине мира сертификации нужны и важны для
для этого. Когда я беру абстрактного человека на работу, я, если у него есть сертификат цисковский, допустим, CCNA, я прекрасно понимаю, что некий средний определенный уровень я могу на него рассчитывать. В плане этого сертификация JSNAD, собственно, Node Application Developer, это худшие, вторые худшие потраченные $300 в моей жизни. Первый, кому интересно, это был полет на вертолете над Нью-Йорком. Так вот, собственно, сертификация, соглашение о сертификации запрещает обсуждать ее суть и ее вопросы. Я скажу, что в моей картине мира вопросы, которые задаются на сертификации JSNAD, на них должен отвечать любой джун. Они не покрывают даже 10% реальных проблем, с которыми сталкиваются. Ну, то есть они предельно искусственные, предельно упрощенные. И, грубо говоря, если у вас есть $300, и вы хотите реально получить знания и скилл, наверное, лучше их отнести Тимуру. Собственно, вот моя точка зрения. Но она абсолютно правильная. Потому что на самом деле эта сертификация, как и большинство сертификаций, показывает то, что у тебя есть уровень джуна. То, что ты прочитал документацию, ты ее понял. Если ты вообще ожидаешь... помнить это наизусть не нужно, я думаю. А у тебя есть... Понимаешь, в чем дело? А, во-первых, это можно и нужно подчеркивать то, что это сертификация не проверка теоретических знаний, а умение писать код. Потому что есть автоматизированная система прогонки тестов, есть задание. Вот, ты получаешь задание, получаешь доступ к виртуалочке, на которой ты это пишешь. Это идет так, что у тебя идет в режиме реального времени, у тебя удаленный какой-то там монитор, человек, не экран. Он смотрит за тем, что ты, получается, делаешь. И ты в результате этого демонстрируешь то, что ты можешь написать задание, которое путем автоматизированной проверки тестов пройдет это. Это действительно проверка уровня джуна и то, что ты прочитал документацию и понял ее. Ну да. Ты умеешь в ней ориентироваться, потому что ты можешь... Ты хотя бы знаешь, что такое есть вообще. Да. Ну вот давайте скажем прямо, я в ходе подготовки к этой сертификации, я лишний раз прочитал документацию. Ну, по-моему, это круто, потому что я в этот момент такой, о, тут еще такое появилось. Я ни в коем случае не хвастаюсь, я не готовился вообще, ну, то есть это вот просто было интересно пройти именно без подготовки. Вот, сдал он, по-моему, ну, на один вопрос, в общем, неправильно ответил, и то с вероятностью 95%, потому что там ошибка. Когда ты ее сдавал? Слушай, ну, в этом году, март, апрель, не помню. Окей. Я тебе скажу, что у меня была такая подобная примерно ситуация. Я тоже не готовился. Вот. И у меня прикол был в том, что я написал, и я не сдал. Я такой, нормально, ну ладно. Я сдавал сначала вот этот application developer. Спустя пару месяцев мне прилетает письмо. Для бета-тестера не было ретрая включено. Но у нас и цена была $100. Вот, мне прилетает письмо, мы пофиксили парочку багов в наших автотестах, и вот у вас на что там, 12% больше, и вот он ваш сертификат. Да, это... я вот глянул в Google, 26, у меня сертификат от 27 апреля. Ну, у тебя уже, получается, часть багов была пофикшена, и нужно понимать, что это на самом деле типовая ситуация, потому что на самом деле на том же самом движке, например, идет SCAD. Certified Kubernetes Application Developer. Вот. А вот к этой части, я, кстати, вижу то, что сейчас в описании вакансий больше идет бенефитов. Ну, может, то, что Kubernetes это более популярная вещь, чем Node.js, я не знаю. Вот. Для DevOps это сейчас одна из обязательных вещей, несмотря на то, что это тоже вроде как open-source вещь, а не вендор. Ну, а вот, раз мы поговорили, да, как раз из-за того, что, скажем так, ну, эта сертификация, она, ну, немножко странненькая, и ее структура, и даже ее структура немножко внешняя,
она не очень заточена на, ну, как бы, типы программистов. Я понимаю, что должны быть для Node.js сертификации какие-то вот блоки знаний. Я бы их вообще в какие-то отдельные блоки сертификации вынес. Там, знания... Ну, то есть, generalist, веб и погнали. Да, ну там знание API нормально, там знание архитектуры, там знание развертывания, знание там, значит, вот кишок ноды, там, чтобы править внутри, знание там, допустим, там каких-то вещей, связанных там с интеграцией, там, или там с написанием плагинов. Какую проблему ты такую сертификацию хочешь решить? Ну как, чтобы человек себе набрал, ему же не нужно все вообще, все. Ну, то есть он себе набрал. Вот хочу там, значит, по API сдать, по архитектуре сдать и по фреймворкам сдать. И, в принципе, это для работы нормально. Какую проблему ты хочешь с этим решить? Ну, во-первых, самопроверка. Давай скажем прямо. Мы сейчас говорим, на самом деле, о той вещи, которая имеет фундаментальное значение для отрасли. Оно не будет никогда решать какие-то вопросы личного эгоизма. Оно будет решать только вопросы денег. Ну, да, и получение работы, да, ты имеешь в виду? Да, оно должно решать какую-то бизнес-задачу. Наличие вот этого, на самом деле, простого фильтра, то, что чувак действительно проходит уровень джуна по Node.js, он решает хороший вопрос тем, что ты можешь брать и отфильтровывать тех людей, которые там свитчеры и прочие вещи. Это реально вот здорово. Я сейчас тебе могу показать, ну, ты, наверное, ты, конечно, уже видел, я людям покажу, как выглядит тот сертификат, который я выдаю, да, и что в нем есть. То есть все, ну, для того, чтобы спросить человека, даже просто спросить по всем этим темам, пройти. Но это сертификат на то, что он прослушал курсы 20-часовые за 2 дня, на которых я это все запихиваю. Это с 5-х курсов. Я уже 6 раз все это дело людям рассказал. И есть люди, которые издавали на такой сертификат. Ну, как бы там это в основном общение, и вместе мы вместе кодируем. То есть я что-то исправил, он что-то исправил, я что-то исправил, он что-то исправил. Я пока что это делал чисто в тестовом режиме. Такое дело. И ты знаешь, ну, этот сертификат признается, я не знаю, ну, люди пошли на работу и показали, говорят, вот сертификат, это нам подходит, сказали. Давай закругляться сертификацией, у нас еще куча питаний обговорити. Окей. Ну, сертификат крут, но я бы все равно спрашивала по вот этой пункте. Если бы на собеседовании человек показал, то все равно нужно было бы спрашивать, потому что, может быть, он там сидел в окошках глядел. Ну, то есть, если он просто прослушал... Это просто прослушивание. Конечно, я не говорю, что именно, скажем так, это все, что... Но на базе этого вы можете скоро построить реально полноценную ситуацию. На базе этого есть и экзамен. Ну, то есть именно по этим же темам есть и экзамен. Но пока что я этот экзамен запускал в тестовом виде абсолютно бесплатно на некоторых желающих своих студентах или кто проходил вот этот курс, ну, кто вызвался пройти. Мне надо было попробовать... Ну, что получится именно по времени, как быстро я смогу опросить человека вообще, какие знания остаются в голове там после моих курсов. Ну, идея какая, что у меня же все лекции лежат в открытом виде, то есть лекции в открытом виде, а платные только экзамены. У меня концепция такая. Я знаю, что это... совершенно противоположно построено у Ильи, да, то есть, ну, у меня такой подход, поэтому, возможно, нам стоит вообще объединить усилия, причем не только вот нам, кто сейчас есть в эфире, а у нас еще есть там Мелехов, Турский, еще несколько, значит, людей, которые могли бы поучаствовать и вообще построить свою программу сертификации, гораздо более широкую и
как бы, ну, не такую странную, когда, ну, что-то адаптированное, не знаю, под реалии нашего так. сообщества. Вот мне кажется... Тимур, мы, конечно, явно оседлали наш любимый конек, но давай к чему-нибудь другому, а то тут люди не только сертификатами интересуемся. Мы про это можем с удовольствием поговорить и потом. Да, да. Ну, это как я идею закинул просто. Да, все вопросы в чат, пожалуйста, тех, кто заинтересован в учебе. Мы тут немножко затронули про Kubernetes. Я все-таки спрошу этот вопрос. У кого как деплоится проект? Вот даже текущий буквально, на котором вы работаете, куда и как вы деплоите? Кубернетисом, докером, там, заливаете на лямбды, эластик бинсток там. Просто вот чтобы понять, что сейчас на рынке в трендах или что рекомендуется. Ну, давай я почну. Я реально деплою прямо все, что ты обізвала, а скоро будем еще больше. Починаючи, да, починаєм з Elastic Beanstalk, да, то есть ти кормиш, то есть це амазонський сервіс для розгортання пліків, ти йому кормиш zip-файл, вказуєш версію ноди, ну, під капотом він, звісно, юзує докер, але ти, в принципі, там не, ну, не працюєш докер-іміджем напряму. От, далі у нас кусок проєктів юзають Elastic Container Service, яким ти кормиш докер-імідж, але, в принципі, там не упарюєшся сильно кубернетісами. Цілому. Типу, кормиш йому імідж, кажеш, там, як скейлити, все в'яється, натикуєш, і все, і там скейлиться без, там, без Kubernetes. Но все-таки там, в цілому там, вектор компанії є переходом на Kubernetes, щоб з часом стати там, cloud agnostic і там, мати можливість перескочити на якісь інші провайдери. Окей. У кого ще як? Ну, я, как это, играю за темную сторону, в смысле, у нас все деплоится в Google, но, соответственно, схема приблизительно такая же. То есть мы очень интенсивно используем Google Cloud Run. Это возможность закинуть докер-образ, который будет автоскейлиться от нуля и до предела. Из больных вопросов там пока еще, в отличие от Amazon, не поддерживаются веб-сокеты. Приходится лепить кое-какие костыли. В Kubernetes тоже используется. Это там, где я, скажем так, работаю консалтером. Скажем, но последнее время люди, особенно во время кризиса и во время коронавируса, я прям наблюдаю у нас массовую миграцию в облака в том или ином виде, в самом разном. То есть кто-то переходит на облачные функции, на лямбды, кто-то вот на вещи типа Cloud Run, я так понимаю, Elastic Containers. Я плохо знаком с экосистемой Amazon, это одно и то же. Вот. И от чистого Kubernetes тоже вот все чаще почему-то стараются уходить именно из-за, наверное, простоты. В больших, конечно, крупных, серьезных проектах, где куча микросервисов, это Kubernetes. В GitLab, где я работаю, мы, наоборот, медленно движемся в сторону Kubernetes, потому что мы пока не можем свою инфраструктуру там развернуть. У нас очень много интересных проблем, специфичных для нашего проекта. Вот, в принципе, все. Кто-то еще расскажет? Тайны. Давай я попробую. У меня все бегает или в Kubernetes, или у меня бегает это на лямбдах. Вот. При этом на лямбдах чаще всего это у меня какие-то инфраструктурные вещи. Ну, например, мне нужно взять и после того, как у меня вся CD отработал, сделать какой-то клинап, потому что там поднимались какие-то тестовые вещи. А если билд зафейлился, к сожалению, я тоже играю за Google Cloud. Вот. Тогда у тебя нет возможности, в отличие от того же самого GitHub Action, взять и сказать, что у тебя последний шаг успешно отработал. Вообще в инструментарии, естественно, должны быть навыки запуска в любом виде. Вот. У Kubernetes нужно понимать, то, что это не cloud-agnostic вещь. Хотите вы того или нет, но в любом случае к вам придет, как к сеньору там, или к middle Node.js-разработчику придет, или архитектор, или DevOps скажет, а давай мы будем вот эту вот классную аннотацию использовать. Или скажет то, что у вас нет возможности поставить этот Kubernetes оператор, поэтому все равно специфику запуска Kubernetes в том или ином облаке придется учитывать. Вот. И, соответственно, то, что нужно понимать, то, что Kubernetes — это не только оркестратор для ваших докер-имиджев, но это еще и различный способ запуска ваших докер-имиджей. Потому что, по сути, часть задач
ту, которую вы там, возможно, захотели бы решить, что в Node.js у вас по тайм-ауту что-то просто будет работать, вот, или по тому, что кто-то взял и нажал какую-то магическую кнопку. Вполне возможно, то, что правильным подходом в мире Kubernetes это будет использование job, потому что cron job в самом Kubernetes это же оркестратор. Или то, что возьмет и operation специалист внутри кубика запустит джобу, которая запустит в докер-контейнер, где будет запускаться нужная команда. Вот эта вот матрешка, которая у нас вроде как должна упрощать жизнь, но требует дополнительных абстракций понимания, как с ним работать, приносит требование, что неважно, пишешь ты на Node.js, на Java, на Python, важно понимать, как это будет работать. Нет, все. Я могу прочитать, что нам Листочкин написал в Discord. Сейчас начинается цитата Листочкина. У меня проект деплоится на железо, база в докере, код просто так на голом железе, PM2. Код MB тоже перетянем в докер. Но не хочется. А? Чтобы это, чтобы от этого пострадало время билда. То есть, у меня есть, есть такой вопрос. У меня также и все хорошо, только без PM2. А это точно Листочкин? Это не кто-то, я не знаю, это пишет человек с ником Листочкин. Да. Надо это у меня проект специфичный просто зараз, я знаю трошки про проект. Він там працює зараз з промисловістю, і в нього там компи прямо в заводах ранують ноду. От, у нього своя специфіка така. У нас було приложення теж на серверах на PM2. Було піднято 2 сервера, і щоб підняти третій, потрібно було йти руками робити третій і розворачувати на ньому приложення. Ну, тобто, якщо ти хочеш скалюватися, то ти отак от руками третій піднімаєш. Вот. И наш CTO сказал, что так не годится, нам нужен скейлинг до 10. Ну, то есть, если у нас пришел внезапно лот большой, то нам нужно скейлиться до 10 и больше. Вот. Поэтому мы перевели на Elastic Beanstalk, и он прекрасно работает. Там круто, что blue-green deployment можно настроить. Ну, то есть, что у тебя вообще без shutdown, без как бы, ну, передеплой происходит без там, того, что сервер не отвечает какое-то время. Вот. Поэтому вот Beanstalk очень хорошо зашел. Видела. Ну, то есть уехали с PM2 по двум причинам. Первое — это то, что поднять новый сервер, это нужно было руками. И второе, кстати, это если сервер создан там 2 года назад, то когда там ставились какие-то security апдейты? Непонятно. Вот. А Beanstalk, он под каждый deployment поднимает их заново. Эти сервера старые тушит, новые поднимает. Сначала поднимает новые, потом тушит старые. Вот такие дела. Окей, ну, мы примерно поняли. А дальше у нас по темам есть, я сейчас вам на выбор скажу, можем обсудить фреймворки, кто какими пользуется. По Тимуру мы уже поняли, что они пользуются фреймворками. У них есть в метархии свой стартер-кит. Это претендент на то, чтобы стать как бы фреймворком. Я могу еще пару слов об этом сказать. Вот на этой неделе был интересный прецедент. Нам нужно было запустить приложение, которое несколько месяцев писалось на базе метархии, запустить его без метархии. Чтобы оказалось внезапно, что приложения, написанные вот полностью с использованием всего-всего метархии, запускаются и без нее. Прекрасно. Значит, чтобы запустить его, у меня ушло час. Я сделал заглушки, которые заменили собой конфигуратор, логгер и все остальное. У меня на самом деле эти заглушки были уже заготовлены еще с весны. Это стартер-кит. Практически это я взял из стартер-кита. Стартер-кит сейчас с размером 25 килобайт. Я из них взял 20 килобайт. И вот на этих 20 килобайтах запустилось приложение, которое на всей метархии, там, на 20 библиотеках работало, и оно у меня стартовало практически за час без всяких проблем. По какой причине это удалось сделать? Потому что в бизнес-логику и в прикладной код вообще не пролезли никакие детали фреймворков, ничего от транспорта, ничего от баз данных, как бы никаких зависимостей не случилось. Даже
как бы интерфейс логера я просто взял интерфейс консоли, он специфицирован, и как бы люди логируют консоль логом, и как бы у них, они все равно запускают этот код в песочницах, поэтому мы перехватываем эти консоль логи и перенаправляем в любой логер, куда нужно. Можно это в пина потом отправлять, можно еще куда отправлять, можно вместо там библиотеки FS, допустим, внедрить туда какой-нибудь sandbox FS, который там, или какой-нибудь, скажем так, библиотеку, которая реализует интерфейс FS, и на самом деле пишет куда-нибудь в S3. Там. Ну, короче, все просто на интерфейсах развязано, и никаких проблем с портированием приложений. То есть нужно писать код так, чтобы не важно было, какой фреймворк ты выбираешь. Завтра нужно будет, это будет на Fastify, послезавтра там еще на чем-то. Вот так. Да, не, ну это правильно. По поводу фреймворков я могу сказать, что мой критерий, ну вот одни из критериев, о которых нужно помнить, это, допустим, мы недавно был проект, у которого был fixed price, то есть пришли заказчики, им нужно на не очень большой бюджет сделать приложение. Вот. Ну, условно говоря, у них там финансов на 3 месяца какого-то разработчика. И благодаря тому, что мы взяли Nest, мы смогли за эти 3 месяца сделать им это приложение, потому что на Экспрессе на каком-нибудь, там нужно было access control, вот, на Nest это все быстро сделалось за счет аннотации, вот того, что ты, это, там много готово, а на других фреймворках мы бы дольше делали. То есть преимущество какое, что быстрее на некоторых фреймворках что-то делать. И другой критерий, о котором нужно помнить, это время ввода нового разработчика в проект. К примеру, если мы сейчас возьмем какой-то фреймворк, который знают там 3 девелопера какие-то на рынке, вот, и потом нам нужно расширить команду, то изучать какой-то неизвестный фреймворк люди будут долго, а там известный гораздо быстрее будет для проекта, для заказчика. Тут я немного не соглашусь, потому что вот я консалтю на 2 проектах, которые написаны на... Ой, господи, я традиционный... В консалте регулярно вылетает IBM-овский фреймворк, господи. StormGloob. Да, вот, StormGloob, конечно, 4-й версии. А, скажем так, девелоперов на рынке, которые декларируют знания StormGloob, свободных нет. Но вкатывать любого вменяемого девелопера в проект достаточно быстро. То есть неважно, он переходит с Неста, с Экспресса, если человек писал до этого на Экспрессе, допустим, на TypeScript'е, вообще нету проблем вкатываться при условии вменяемой документации, что человек, грубо говоря, знает нужные ключевые слова, грубо говоря, там, что такое RBAC, что такое ACL и так далее. Поэтому тут я не соглашусь, но исключительно, конечно, на своем опыте. Окей, да. Ну, просто в какие-то фреймворки сложно. Как он, Meteor, что ли? Вот он, по-моему, бешеный. Це, типа, заборонене слово, типа, його не можна вживати, типа, і забудь взагалі. Коротким словом стане GraphQL, я надіюсь. Ти ошибаєшся. На GraphQL, це на GraphQL, на Meteorі там супер простеньку штуку якось можна швидко напалити. Воно все так дуже костильне, чи крок вліво, крок вправо, там просто розстріл. Meteor же розвиває та компанія, яка двигає почти весь JS-ний GraphQL, це ж Apollo. Ну вот, я ж о том. Вот. Ну, по фреймворках можу сказати, що не знаю, я прихильник стародобрих експресів. Типу, мої вимоги до фреймворка невеликі, типу, мені просто треба нормальний роутер. В принципі, там і пару адекватних місць, куди впихнути якісь загальні куски коду, типу там авторизації, типу там в мідловарку якусь засунути і все. А вся решта бізнес-логіка і так далі, вона випилюється в абсолютно іншу структуру файлів, яка не зв'язана яка не зв'язується з фреймворком, і в принципі, не знаю, мої стосунки з фреймворком. Не знаю, триває дуже мало, бо я дуже мало від нього хочу. Ну, давайте скажемо прямо. Тимур, прости. Моя очередь. Скажи, да. Извини. Давайте скажемо прямо. Якщо ви вважаєте, що у вас на проєкті нету фреймворка, ви ошибаєтесь. Тому що фреймворк – це на самом деле не столько набор бібліотек, пускай там самописних, або установлених, виходить, із NPM-репозиторія. Это скорее
философия решения типовых инженерных задач. В хорошем фреймворке это все задокументировано, это выложено в open source. И хорошесть фреймворка заключается в том, что разработчик, который знает, вот это, как Илья сказал, кейворды, он может быстро по этой документации найти то, что ему нужно, как это решается с примерами кода. Если ему нужно для этого залазить внутрь библиотек, это плохо. Вот. Хорошие, действительно хорошие фреймворки, они будут тебя принуждать к тому, чтобы писать понятный, поддерживаемый код, ну, который, очевидно, будет в декларативном стиле. Под это описание отлично заходит Nest. Вот. Там есть, конечно, свои ограничения, потому что вы автоматом получаете идеологию организации файловой структуры, аналогично как Angular, который хорош в тот момент, когда это Angular, нам нужны отдельные банды, чтобы мы загружали только часть. Для Node.js приложения не факт, что это лучший способ организации вашего. Мне нравится эта файловая структура, и я вообще считаю, что роутеры не нужны, а вот файловую структуру такую положил, и все нормально. Можно просто по файловой структуре роутер. Прости, а какая файловая структура тебе нравится? Nest? Да. О, прикольно. Вот, ну, в общем, Nest круто. Из моментов, которые я бы хотел бы сказать, то что, пожалуйста, посмотрите не только Nest, но еще фреймворк от Serverless. Потому что это тот вариант, который тоже нужно держать в обойме тому человеку, который хочет быть востребован на рынке. Serverless — это Serverless Application Model или это не то? А прям бренд есть Serverless, под ним есть фреймворк, который абстрагирует любую Serverless-платформу. Да. И там круто, много модулей уже готовых есть, и ты можешь реально начинать педалить. На текущий момент я не видел ни одного фреймворка, который бы круто позволял бы сделать так, что ты пишешь свой код и по каким-то параметрам делаешь, чтобы вот это вот у тебя запустилось как single process, а это запустилось как лямбда. Это на самом деле было бы очень круто, потому что в какой-то момент ты хочешь проверить все, как оно работает, потом хлоп, и оно разбежалось у тебя по лямбде. Угу. Круто. О, я даже не обращала внимания, что там это есть. Я хотел попрощаться раньше, потому что у меня еще 15 минут назад должен был закончиться лимит по времени. Вот. Я рад был всех увидеть. Слушателям большой привет. Всего доброго. Большое, да. Давай. Очень. Спасибо, что пришел. Пока. Мы, наверное, обсудим последний вопрос. Что для вас было самой такой болючей или самой интересной темой за прошедший год вашей профессиональной деятельности? То есть это, может быть, было качество, это была архитектура, там, я не знаю, ну, то есть что-то, о чем вы занимались последний год там из такого. Илья плачет. Да, я просто 3 месяца из этого года верстал спидер в GitLab, без шуток. Если чуть более так сложилось, что типа это была одна из первых миграций до нашей дизайн-системы для того, чтобы переехать на новый спиннер, казалось бы, в основном проекте, необходимо было перефигачить кучу тестов. Это как раз вот на самом деле, если серьезно, самая большая боль. Огромное количество людей начинают понимать, что надо писать тесты, огромное количество людей не понимают, как писать тесты, которые хотя бы что-то проверяли. Даже в GitLab, где у нас жесткое требование по качеству покрытия, огромное количество мусорных тестов, которые фактически не захватывают собой бизнес-логику, тестируют детали реализации, список этих антипаттернов можно продолжать в вечность. И от этого прям вот очень сильно болит. Спасибо. Окей, в мене була боль, мені треба було задеплоїти на сервер з високою нагрузкою, там якого не було нормально настроєно моніторингу, якого не було нормально настроєно логів. От, і я думаю, блін, пару строчок допишу, типу, вроді би до цього ж, типу, був цей, вроді би, код, попробую, нічого ж не має зламатися, типу, і от роблю, типу, маленький деплой, типу, ну, додаю просто логи банально, типу, там, все валиться, і там, типу, там, зразу піднімається, блін, зразу, як це називається, React-група, яка там зразу пробує рішити проблему, 5 людей, там, топи задіяні, коротше, і все валиться, а, типу, ти
а ти, типу, пробуєш почати роботу, типу, з серваком, і твій перший деплой, типу, і все валиться. А все із-за того, що там десь автоскейл був недонастроєний. Поверх до того, все, поверх до всіх інших проблем, які були. Це була боль для мене. Это деплой на куда-то на Amazon? Да, це був деплой на Amazon. Ну, то есть деплой нової версії, типу, то есть існуючи в продакшені, ніби все ок, но ти розумієш, що треба, да, по-хорошому все щось додавати. От. Типу, ну, ладно, по чуть-чуть будемо додавати. А потім бах, все навалилось. Тимур, що у вас було актуально? Да, ну я полгода писал стартер-кит нодовский и написал аж за полгода 25 килобайт. Каждый день писал часов по 8. 25 килобайт написано. Но это там такой код, что можно его как, это самое, как стихи выучить, и он красивый. А потом из него сделал, распилил его там на... два десятка библиотек и сделал из него новую версию, вторую версию метархии, которую, надеюсь, к концу года зарелизить. Спецификации от нее уже есть опубликованы. Я ее сразу, когда делал стартер-кит, я начал со спецификаций, с контрактов и сразу их опубликовал. Так что где-то к концу года ждите там где-то десятка видео о том, как всем этим пользоваться. Ну, вот где-то так. Спасибо, да, посмотрим. Так, ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо. Надеюсь, основные темы мы затронули. Спасибо за модерацию. Да, спасибо большое. Да, Никиту иногда не остановить, нас с Тимуром тоже. Андрей был самым приличным. Ну, приличные люди, это такое дело. На вопросы в чате, если что, посмотрите, кто, на что вы можете ответить, ответьте. Там человек спрашивал про Kubernetes и еще про что-то. Меня спрашивали про попугая. Зовут Марсель. Да, иди не говори. Да, попугая зовут Марсель Оттович фон Штирлиц. Он летает тут у меня по комнате и орет. Я не знаю, сильно ли слышно. Вот, а про Андрея просто не мог ставить шутку, что просто Андрей увлекается мотоспортом, поэтому как никто из нас знает, что надо вовремя останавливаться. Ты бы тоже и мотоцикл, все нормально. Ты тоже знаешь. Ну, последнее время до треки на машинке. Все, всем дуже дякую, дуже классно, рады вас их бачити. Взаимно. Всем спасибо, пока. Пока.